Короче, такая тема. Мы тут в Пекине взяли велики. Теперь мы куда-то едем. Немного пыльненько, но зато мы в Пекине. Так, все нормально. Я должен сказать, что очень впечатляет. Это немного другая планета. Тут не написано, что нельзя снимать, поэтому я решил немного поснимать китайское метро. Ты же делай, я не делаю, кстати, фото. Арина попала первый раз в запретный угол. Что вы можете сказать по этому поводу? Танзы. Мы тут оказались не пойми каким х**ом. Лариша, помахай рукой. Вот главный герой наших приключений. Конечно. Именно поэтому мы в Тяньцзине. Вместо того, чтобы спать в поезде. Да, в поезде не поспали, пойдем спать в аэропорту. У меня только один вопрос от просмотра этого видоса. Что это за х**? Господи, типа у нас не хватает.
барабанная башня. Чиновников Суджоу. Офигеть, честно говоря, скромности здесь. Ну, здесь очень классно. Просто потрясающе. Ну, очень большие карпы здесь плавают. Прямо очень большие. Ребят, тут все хорошо, но тут воняет тофу. Убей ее, убей. Суджоу, в общем, очень красивый город во всем.